дамы и господа, оказалось, что в этот знаменательный для нас день у наших замечательных слушателей из Нижнего Новгорода есть нам одно обращение, которое мы до сих пор не видели. Но мы бы очень хотели посмотреть. Я думаю, тем из вас, кто не имеет к этому никакого отношения, тоже будет довольно интересно. Итак, что же это? Давайте посмотрим. Чуваки, классный видос, вообще огонь! Вы не можете проникнуть в заведение. Сначала не подлежащее. Страшно настроить. Не пускать себе я. Я просто Ребята, спасибо вам огромное. Сказать, что мы тронуты, это ничего не сказать. Вообще очень круто. Очень круто, неожиданно. По-настоящему трогательно и вдохновляюще. Спасибо большое.